В детском музее 12 февраля открылась уникальная выставка под названием «Девайсы на рубеже веков». Здесь представлены чудеса электроники недалекого прошлого. Директор нашего музея предложила сделать эту выставку, потому что у нас уже в фондах были несколько экземпляров вот этих вот гаджетов. И решили, что это будет очень интересно, потому что современная молодежь, она знает только сенсорные планшеты, ноутбуки, и было бы интересно показать саму историю возникновения гаджетов, девайсов и вообще электроники в целом. Компьютеры 80-х, ноутбуки 90-х, мобильные телефоны начала нулевых и многие другие интересные экспонаты представлены на выставке. Как выглядела компьютерная мышка в 89-м году? Во что играли дети в последние десятилетия прошлого века? Ответы на этот и многие другие вопросы получили третьеклассники 10-й школы, которые пришли на открытие выставки. Здесь представлен не только вот рубеж веков, она разделяется на три части. То есть это самые первые гаджеты и девайсы, именно электронные. Мы можем показать их при помощи QR-кодов. Здесь есть современный этап, более-менее современный, и есть концепт-арты будущего, которые ребята тоже при помощи своих смартфонов, планшетов могут посмотреть и узнать что-то новое о том, что нас ждет в будущем. Выставка «Девайсы на рубеже веков» будет работать в детском музее до 31 марта. Кстати, в ее формировании участвовали и неравнодушные жители Полотчины. Собирали очень долго довольно-таки. Но это был сам процесс тоже очень интересный, потому что кто-то приносил, кто-то услышал по телевизору или прочитал в интернете, что мы собираем эти гаджеты, и приносили, отдавали.